Oi, toca de. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сейчас мы будет голова, знаешь почему? Всем привет! Всем привет! Тот чувак, что скидывал постоянно, он вышел, блядь. Конечно, там. Да никто не скидывал. Мен, стой, сейчас переверну. Олень, нахуй. Не победим, я, короче, мента в минус киданул на Динке. Только ты олень, нахуй. Ты додик. Сейчас выебу и высушу тебя, долбоебана. Ты давай, что наоборот не было. У меня гараж получше, то. Блядь. Я приеду тебе выебу. Блядь. На каких нолях? Ты шо? Кидай его в минус. Я дай не крыса. Тебе опыт надо. Додик, ты зачем натолкал? Я ж тебе хотел дать. Чё? Чё? Обновлю этот ютуб. Скинь ссылку на. Я стрима нигде там не вижу у тебя. Скинь ссылку именно на стрим. Now yes. Он его типа... Да сейчас помогу. Так. Копировать ссылочку. Заткнись, ментяра. Просто нажми на ссылку, Додик. Иди нахуй. Блин, рельс уже бесит. Я грузу. Значит, вообще браузер не заходит. О, играем в СО. Тебя не слышно, но у меня не слышно вообще. Ну-ка, сейчас вы... посмотри, а сейчас посмотри. Сейчас посмотри. Ну-ка, сейчас. А, вот, все, я уже слышу себя. Все слышно, да. Итак, ребят, продолжаем, что-то я настроил тут. Я звук на стриме выключу, чтобы, ну, чтоб. Ты оставил мне... страницу, чтобы про это. Ну, я оставил, я звук просто выключу. Так, а если лагать будет, так уже закрою. Если что, орите, когда. Пацаны, вы не знаете, как картинку ставить вот на стрим заставку? Сейчас я на свой аккаунт зайду. Стример. Так. Так, Додик. О, изи, да, блин, сори. Уже путаюсь в пушках, я пан. Чё, пацаны, посоветуете брать вулкан или этот? Вулкан или этот, как его? Вулкан или жигу? Вулкан или жигу? Жигу. Вулкан. Жигу. На, заходи. Карты будем играть на стриме.
Так. Руслан. Чё? Что будем играть на стриме? Я не знаю. В танки X, ребят, наверное, пойдем. Ну, сейчас полчасика где-то я в танки поиграю, пойду в танки X минут на тоже 30. Потом, не знаю, потом, наверное, в GTA-шку пятую зайдем и порубаемся. Или у вас свой есть у кого-нибудь GTA 5? Нет. Да как так-то? Ну ладно, ты в онлайн хочешь играть? Да. Значит, будем что-нибудь там придумаем. О, в Патридиш пойдем. Я уже столько лет не заходил в Патридиш. Ну, там не лет. Можно? Не готов, конечно. Я уже, ну, больше года где-то не заходил. Я фиг, Вася, пожи. Я фиг знаю, что там. Ребят, может быть, да, может быть тоже. Купим голдик. Ну, скорее всего, купим. Парочку возьмем. Ну, пару. Блин, у меня что-то лагает. Митяра, соси, 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 сука. Так, ребят, сейчас я подойду, подождите. Уже. Вася, ну скинь флаг. Тебя сейчас разъебут уже, давай тогда... У меня аптека есть, у меня аптека еще есть. У тебя хориан 2, я тебе скину после этого, когда наш возвратят. Мне скинешь, я доставлю. Слагал. Руслан, ты здесь? Мне единственное залагало? Нет. Но я вижу, ты лагал. Так, ребят, все, тут сейчас голодик купим. О, слезь ссылку на стрим. Скажи стрим, типа, тут. Че? Чтоб заходили, и ты голдик скинешь за, то, за 15 хотя бы, за 10 этих зрителей, первые 10. А где ссылку-то слить? Такие аккаунты Google зайду. Где ссылку слить? Все название своего канала тут в этом в чате. Скинь, в общий. Тут. Блин, вылетело. Ты чтобы на стрим заходили. Все, ребята, я купил голдик, короче. Скинь просто. Если будет больше актива, 10 голдов куплю, ребят. Денис, Алина. Поняли, ребят? Так, сейчас на стриме сколько? 3 просмотра. Давайте еще, наверное, купим, да. Это я, Вася и Денис, наверное. Сказал, что да. А, Митя, она. Так, ребят, купим 5 голдиков, короче, для стрима. Твой первый стрим? Да. Нет. Нет, но это первый большой, который будет. Ты же обрел. Я еще не проводил ни одного стрима. Так, все, ребята, купил 4 голда. А, ну ладно, еще один купим. А, ну хотя нам 4 хватит, я думаю. Так, сейчас подождите, ребят. Вася, стой, я вылекаю тебя. Мне все велико. Так, ребят, все, я купил 4 голда, давайте. Будет 10 активов, скину первый голдик. Давайте. Будет 10 зрителей, скину первый голдик. 4. Так, а чё стрим? Давайте. Будет 10 зрителей, скину первый голдик. Так, ребят, давайте. Короче, все, поехали играть. Не гаси, не гаси. Не вали, вали. А, это славно в акварели. Да. Что ты еще бахварели мог? Ой, что-то хороший чип. Да как? Так, ребят, поехали за флажком. Где именно едешь? Давайте, ребят, он 10. Против нас, ребят, давайте, короче.
Давайте набираем 10 этих. Ребят, набираем 10 просмотров. Ну, 10 зрителей и скидываю первый голдик. Наша конфа голд. Наша конфа, сразу говорю, голд не будет брать, будете вы брать. Только. А чего это? Ну, я завтра я 200 голдов куплю, и это вы да, будете брать. Сейчас эти 4 голдика чисто так. Может быть, сделаем одно СГ? Минут-то ноль. Вот у меня тоже ноль. У меня уже дашек мало. И у меня также. У всех также. Кроме Васи, конечно. Ну, конечно. Это разрабы долбоёбы, блядь. Заходим на... О, давай пиарь. Стрим. Я забанен. Так, сколько зрителей? 3 зрителя. Так, контакты. Сколько при первых зрителях 10 кидаешь голдов? Это 7 набираем. Ну, напиши, когда будет 10 зрителей, скинь первый голд. Давай 2 скинешь. Не, один. Следующая планка. Нет, давайте вот так вот. Следующая планка 50 зрителей, 2 голда. Хотя бы 20. Сколько часов ты завтра будешь скидывать голдики? Наверное, в 6 часов по московскому. Так, ребят, давайте заходим, набираем народ. 6 утра? 6 вечера, ты еще гонишь 6 утра. Чуть не пересрал. Давайте, ребят. Будешь начинаем, в 6 вечера завтра будет 200 голдов там? Да. Я тогда, короче, знаешь, что сделаю? Приса. Но потом, закончу стрим, поговорим. Поговорим, братан. Давай посидим, давай подымем. Надо музон включить. Ну, кстати. Так, аудиозаписи. Вася, почему ты вышел? Алло. Ссылку в чат слез. Нет, сказать, что стрим сейчас идет. А я забанил. Так, сейчас сделаем что-то, отключаем музыку. Посмотри, зайдите на стрим, послушайте, музыка есть? Так, вот. Сколько уже зрителей? А? Сколько? Сколько зрителей? А. Есть музыка. Есть музыка? Да. Именно на стриме есть? Да. Все нормально. Так, скажи, погромче сделать чуть или так оставить? Можно погромче. Так, все. Я вижу тех людей, кто остался здесь, и этот город на вечный бой весь на фоне семи высоток, девяти вокзалов. Падают листья и кружат парами, дворами старыми. На фоне парков и зданий городская тоска сгорит под ярким пламенем. Сколько зрителей? Зрители, сейчас проверю. 3 лайка. Ребят, давайте один. Собираем народ. Один зритель. Один зритель? Это ты, наверное. Вот так, это я. Чё, походу, никто не хочет голдников, да? Я еще смотрю стримы. Слышь, зайди народ, один скинь ссылку в чат по-братски. Скажи, стрим от Руслан Русский Упати. 10 зрителей, один голд. По-братски. А то у меня чат ван. Меня сейчас забанят с первой ссылки, ты в курсе? И потом никто не сможет создать битву. Ну и что делать будем? Я смогу. А, ну да, с мультом.
Нет, почему не одного раздания? Ctrl-V. Что писать? Что писать? Пиши, ребят, ник мой, слышь, знаешь, как сделай? Скопируй мой канал. Скопируй мое имя канала, вставь, скажи стрим у этого чувака. Первые 10 зрителей напиши. 10 зрителей, первые 10 зрителей, один гол. И так далее. Ребят, ну давайте актив, чё никто в голды не хочет, не понимаю, два зрителя только. Давайте, это я. Я. Я только что отошел. А? Я только что еще вышел со стрима. Я залагал уже. Стрим залагал? Ну, лагает так у меня. Тань, забери брюзгу. Туда повыше. Окей, давайте я... Ба! Верни микрофон. Братан, давай, гони, гони. Настало больше, так что мы не одни. Мы не бросались, не сменили цели жизни мы. Гомар, долбоёб. Гомар, блядь. Мы не застались, хотя уже устали мы. Гомар, это так, это часть мечты. Я люблю город свой, свой район. Я люблю этот шум, люблю свой дом, люблю переулки. Помнишь, Клён? Пусть я буду далеко, я душой буду в нём. Сколько? Два зрителя, давайте, давайте. Каждой капли дождя на золотом листе. Во-первых, имя. В осенних облаках и падая с небес тает на её устах. Это мой город, я о нём пишу. Он дарит мне одежду, и я ей пишу. Девчатки, я пишу. Кстати, Вася, ты подписан на меня? Ты знаешь, какой ник скинь? Ты ник канала надо было скинуть, Вася. Я... Какой ник канала? Я меня скинул. Ребят, видите вот этот Кёльн-ДМ? А, ну хотя не, не будем сейчас кидать. Ждем пока 10 зрителей. Сейчас вот так играем. Видели, ребят? А? А, нет, показал. Блин. Ребят, увидели, я при вас купил 4 голдика. Хорошо, давайте, давайте. Это 200 голдов ты будешь завтра кидать? Да. Давай я, короче, пиар на канале моем. И это. И прибыль дашь мне. А у тебя что за голдов? Сколько подписчиков? А мало. 90. Хорошо, там ведь вечное лето. Больше, чем у тебя. Ну, больше. Ребят, давайте, давайте, собираем народ, голдики хотим. Три человека только, давайте. Ну же. Руслан, то, что сейчас снимет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не деньги счастье, а то бы я на расстоянии. Давайте, ребята, три зрителя. Хорош. Руслан Польский, батя сейчас стримит. Канал называется Ян Минецкил. Минецкил? Да. Сейчас знаешь, каким мелким был, когда этот канал создал? Так, ребята, сейчас... Есть первое видео? Смотри. О, канал Кривого Алёши. Сколько там уже зашло на стрим? Или еще пока что не зашли? О, Лёха, который играл тебя. Не, я сюда уже не... Я на второй сервер скидывать к модератору. 18 подписчиков. А посмотрим. Зачем модеру скидывать ссылку на стрим? Что, додик? Нет, на сервер я модер. Ага, у тебя стримы постоянно, я вижу. Сколько подписчиков? А, уже? 18. Уже? Ничего. Так,
Давайте, ребят. Уже 4 смотрят. 8 месяцев назад ты создал канал. Так, 4. Лёха, тоже я выиграл. Руслан, мир. Я на Викинг Смоке в дровосеке. Так, Лёха, сейчас тебе в конфу добавлю, Лёха. Так, Лёха. Да нема. Так, ребят, ну что ты... Так, сейчас. Смотрю твою первую голову. Лёха, все, я тебя добавил. Слышь, Лёха, здорово. Алло, да. Лёха, рассылай ссылки на стрим. Первые 10... сделай вкладку в Гугле и оставь мой стрим, чтобы люди были. Ну, чтобы там... Я в группу Enigma кину, я там работаю. Давай. Короче, первые 10 зрителей и первый голодик. А ты в курсе, что тебя забанят? Ну, исключат из той группы. Нет, я уже там месяц работаю и никакую игру не кидаю. Я имею право сейчас уже кинуть, меня не забанят. Нигма? Нигма, да. Хочешь, ты иди в группу, посмотри, я сейчас кидать буду. А, ну окей. Так, 6 зрителей, ребят, давайте. Сколько зрителей? 6. Давайте, 5. Ребят, пожалуйста. Набираем народ. Еще 4 зрителя и будет один годик. Только волна. Десятого можно? Нет, нельзя, только баска и хранит. Я на десятого. Будет неадекват и сразу в ЧС. И этот будет, ребят, как его? Или форматки всегда будут. Вы же будете создавать сейчас? Давайте, знаете, как сделаем? Один голдик оставим. А, нет, я потом еще куплю. И, короче, это. Один голдик разыграем какому-нибудь там пацану, подписчику. Рандом. Да. Ого. Так, давай. Ну, я смотрю, вот это моя Enigma. Сколько у нас уже? 5 зрителей, подписчиков. Вы страницу оставляйте и стрим оставляйте включен. Уже 4 зрителя. Ну, а я что делаю? Чё смотрят уже 5? 4. Мир. Я звоню. Напиши лучше, кто зайди на стрим. Посмотрите, Вася, напиши этому. Напиши скиллом шафту, лучше зайди на стрим. Посмотрите в группе. Сейчас зайду. Напиши, тут Вася просто напиши, чтобы все на стрим заходили. Всем зрителей. Всем? Ну, 8 где зрителей. Давайте. Реально скинул. Творчество Enigma, 10 зрителей и первый гол. Прикольно. Так, давай, сколько уже? Я не набрал. 8 зрителей. О, уже 9, уже 9. О, 9, ребят, последний зритель и начинаем. И идем. Это. Мне кажется, это из-за из-за того, что скинули ссылку. Ребят, давайте еще 2 зрителя и идем на D1 все. Все, кто со стрима, на D1 идем. Я сейчас приду. Все, ребят, на D1 идем сейчас, подготавливаемся. Карта волна, пацаны. Да нет, давайте какую-то побольше, на каком сервере будем? На D1. Давайте посмотрим, карта волна. Все, ребят, 10 зрителей, давайте. Первый голдик сейчас будет. Какую карту в чате пишите? Волна. На какой сервер? D1. D1. Так, волна. А не, вот есть. Куда побольше? Го будущее, ребят, давайте. Давайте, будущее. Нет, лагать будет, пожалуйста. Не, там изи будет. Нет, так. Давайте ретайлер. Когда я был на маленьких 2. Ладно, все, давайте, создавайте волну, пофигу.
Давайте, ребят, 10 зрителей, давайте создавайте волну и все. Если бы не я, вы бы сейчас не скинул, не было бы 10 человек. Ну давайте, ребят, создавайте битву. Все речь. На D1 заходите. Давайте. Создаю волну. Про битву хотите? Или нет? Давай не про битву, просто 15 минутку. Потому что не у всех про битву есть. А если неадекват? Дэм. Да, другая пересоздача будет. Харьки и бастики. Дэм, народ. Да, дэм. Окей, все. Подожди, стой. У меня в гараж грузит. Все, я зашел. Все, ребят, а уже было. Стоп. А чего вся наша конфа залетела? Я не залетел. Стоп, создавай, знаешь, какую карту? Тишина, видите? Вот это, ребят, тишина, да. Срочно. Самая последняя демка, тишина. Давайте, кто со стрима, заходите. Блин. А, видишь, какой? Окей. А на чем играть? Сейчас ссылку в чат солью в это. Ребят, сейчас я ссылку солью в этой. На ютубе. Тишина народу. Сука, ебать, не спать на. Сейчас, ребят, подождите. Рейна рулит, даже зашла. Ребят, давайте вот диктатор. Стрим. Ой, это... Ой, что-то... А, да, я все правильно сделал. Давайте, заходите. Он безонка или что? Диктаторы? Короче, диктатора смени. Сними диктатора, безонка. Пацан, снимай диктатора или форматка сейчас будет? Ебан. Он уже... Да, он написал, я уже... А. Так, проедемся, посмотрим, нету ли диктатора. Ребят, сейчас есть громки, да. Диктатор огром, диктатор огром. Пацаны, вы не кидайте без меня, я еще не погрузился. А. Ну мы еще сейчас будем проверять пока что. У меня фуцер был. А нет, все. Здесь диктатор, здесь диктатор. Пацан, снимай диктатор. Через 2 минуты не снимаешь диктатор, перед задачей и бан во всех группах. И форматка плюс. И форматка плюс. Не порти, ребята, стрим. Пацан. Сори, Руслан. Премьер. Викинг. Викинг оф. Деловой Захар, викинга оф. Да, викинг, только диктатора нельзя. Вот этот МР from Украине. МР скилл from Украины. Короче, если ты через минуту ровно не снимаешь диктатора, я засек время, в 4 минуты не снимаешь диктатора, тебя все с голда ливают. Понял? Викилы все набивают, придурки, ну. Давайте, пацаны, короче, если он диктатор не снимает, все, ливаем его все на голде, поняли? Да, сейчас будет много диктаторов, все в гараже сидят. Да. Только ты скини, сразу дик будет, увидишь. Ну ладно, пофиг, давай с диктаторами, ребят. Насрать, одевайте диктатор. Ты что, на приколе? Когда сливать будет? Че? Сейчас ты сливаешь, или во сколько? Я уже слил. Не кидайте, пожалуйста, не кидайте. Диктаторы одевайте. Сейчас я одену, подожди. Тоже. Сейчас, 26 секунд, блин, погоди. Ребят, в следующий раз форматка будет. Мне пофиг. Следующий гол почти. То есть, да. Следующий битве. 20 зрителей и скинем 2 голда. Давайте, я кидаю. Погоди, да я дико одену. Погоди, 5, пожалуйста, 4, я не прогрузился по-братски. 2, 1. Все, я одел дико. Так, без отказа отсюда, да, ты микрофон. Ай, блин, ударился. Че, ребят, я кидаю голд? Ну давай, кидай. О, он васпика одел, он васпика. Ребят, ну хотя пофигу, давай. Давай. Кидать? Да. Как хочешь. Хочу всем. И все, ребят, я скинул голдик, давайте. Короче, с маленького подъема как ехать. С маленького? Я понял, ой. Подсадку, Вася, я сзади. Вот здесь, сейчас. Вася. Эй, Руслан, назад, назад. Да где? Не туда. Вот он. Вася, подсадку. Дай я на тебя залезу, Вася. Сверху едет. Они все прыгать будут. Да стой, Вася, тупой. Поехали. Давайте меня толпайте. Я вообще улетел. Кто берет, ребят? Давай. Да блин. Маски. Блин, как... Он, давай. На...
Хорош, на васпике взял. Наш скилл from Украина поздравьте. А давайте, ребят, набираем 20 зрителей, 2 голда скину. Давайте, играем пока в этой битве. Украина рулит, сразу покинул. Напиши все на стрим, кто с битвы. Чё все замолчали, мальчик, молчок? Не знаю. Тут сколько зрителей? Я слил. Вообще 8 побашек. Так, 8 зрителей. 10 зрителей, 2 голда. Так-то сейчас 10 зрителей. Уже 11 зрителей, прикинь. Там 8 лайков. Украина рулит, зашла. У кого 8? Посмотри 1... в чате. Посмотри в чате. Украина рулит, зашла. И чё? У него ник Украина рулит. Посмотрите это. Сколько это? А, стойте. У меня? 18 тысяч. Давайте, ребят. А чё на стриме чёрный... А, нет. Ой, есть что-то тупое. А чё, я смотрел твои стримы предыдущие, у тебя были чёрные карты. А, это я изменил, потом настройки поменял. Правильно. Ну, я просто только скачал, ещё не настроил, и стрим сразу запустил. Блин, вот ты кинул, я ещё даже не прогрузился. Я до сих пор не прогрузился. Сраница обновили. Почему я и говорю, надо было маленькую создавать, меня там не будет лагать. Да, мало кто зайдет, все у стрима. Давайте, ребят, короче, забираем. Ладно, давайте, да, давайте 15-20 зрителей. Кент звонит, сейчас тебе карту добавим, Кент, не парься. Пошлите, пожалуйста, на эту карту, как ее там? На волнуться, дайте, пожалуйста. Нет, слишком мало, мало кто зайдет с его стрима. Так у нас... Ясно, короче, все. Кто такой я? Не... Я непобедим, это Денис. А, я порядили, добавьте меня в тех. Алло, Кент, ты тут? Да. Что у вас там? Зайди на стрим, поставь лайк и подпишись по-братски. Че у вас там на тишине? Ну, это, мы тут один год скинули, 10 зрителей, один год. Короче, 20 зрителей набирается, 2 голда. Ссылку скиньте на канал. Ой, у нас там безумный стрим тоже. Так, ребят, подождите. Сейчас это... Сейчас пойдем какую-нибудь биту. Создавайте форматку ХЖВЖ. О, пожалуйста, ХЖВЖ, мне надо 5К и паук. А? Ему 5К не хватает и паук купит. Давайте создаем. Да. Какая карта? Полигон? Я смотрел твой гараж, у тебя там только рикошет из пушек, твинс, рикошет из твинс М3, и XT, гром и реля. И чё? Смотри, что покупать стан? Чё же у меня почти то же самое, кроме у меня просто рикошета нет, а так у нас с тобой одинаково было. У тебя тоже у вас гром и реля XT? А у меня нет. Положи еще на создавай меня просто. Давайте одеваем. Ребят, кто со стрима, одеваем ХЖ. Давайте на станцию цепать. Ребят, если что, Тёма, у меня без доната, мне донат не нужен. Руслан, стрим без доната это... будет. Ну, если я заморочусь, там, может быть, донат улеплю, но это очень долго будет. Руслан, с резистом? Да. Скорее всего, не будет доната, ребят. Приду. Потому что я за стримы не для этого сидел, чтобы мне донали. Солдов много есть? Так. Руслан. А. Солдов много есть? Давайте танцуем и приглашать. Понял, Артём? Тёма, то есть. Так что доната не будет. Ну, может, будет в скором времени. Это только второй стрим. Подолго сейчас будет. Сколько уже стрим идет? Полчаса уже идет. Да. Так что, создали хожу в Нет, Тём, нету.
Ну я куплю КС-ку. Так, кто там с конфортуса? Лёха ушел. Дай Пригу. Пригу дайте на ХЖВЖ. Какую карту создавать, говорите? Не знаю, станция. Станция. Дайте Пригу. С резинком или без? Артём, я понял, но... Станция, так, про битвы. Улучшение поставлять. Выключаю улучшение. Так. Так, ящики с бонусами выключаю, прибавки выключаю. Так, Тёма, ты идешь на ХЖВЖ? Ник в этот скинь. Да, битва. А? Я тихо. Танку. Тём, скинь ник в чат, если ты идешь на ХЖВЖ. На сколько минут создавать? И сейчас, короче, акция идет. Смотрите, вот те, кто добавится мне в скайп за первые 3 стрима, те будут в скайпе, а те, кто не добавится, не успеет, то не добавляю больше, ребят. Так что скайп я сейчас в конфуз в этот на стрим скину. Ничего там создают или нет? Не победим Пригу. Это скайп, ребят, давайте. Контроль точек создавать? Да, да. Давай я создам. На 100. На 100. Давай. На 100. Так. На сколько времени? Пацаны, там пусть у Гармалона полковник уже. Да я знаю, я с ним играл. Так, ребята. Стрим. Ой. На сколько точек создавать? Я сейчас создам, подожди. Паха какой-то. Паха. Паха, это ты, Тёма? Паха. Алло, это ты, Артём? Артём, сейчас я тебя в конфу добавлю сейчас. Сейчас, окей. Так, ребят, ХЖВЖ, давайте заходим все. Быря-быря заходим. Так, или мама пришла. Озвук, приложение. Так, давайте, заходим в ХЖшку, давайте, заходим. Сейчас будем устраивать. Ой, устраивать, просто будем... Нейтра, супер, он, если ты стрим смотришь, то
Если ты стрим смотришь, то переоденься на это, то 50% снимите, Вася, сними 50%. Ты же сам сказал, ну. Я же не знал то, что у вас Зевс есть. Странный ты человек, конечно. Ну ладно, я развожу вас, заходите. Блин. Так, Саня, ребят. Ну чё, ребят, сколько у нас там зрителей уже? 6 зрителей, 11 лайков, нормуль. Какой у тебя ник? Я не победим. На. Так. Таксиста на стрим позови. На стрим? Так. Да, на стрим. В ДР. Ребята, у меня, короче, 11 января днюха. Если кто не знал, то я на днюху буду 500 голдов скидывать. Так что, ребят, приходите все, я вам говорю. Такой будет ад. Блин, мне главное. Стрим где-то будет с 7 утра где-то до 4. Не бери точку, народа нету. До 4 вечера где-то стрим будет. С 7 утра до 4 вечера. И будет там скинуто 500 голдов ко мне на днюху. Ну, у меня точно нет. Блин, это пятница, да? Да. Ну, я стрим, скорее всего, в субботу буду делать. Не бери ты точки, додики. Ну, в школе ты, а? А. Все в школе были. Ну, я в субботу стрим, наверное, не на днюху, а в субботу делаю. Платите точку тут, блин. Тут додик взял. Все. Так, мисс Деквар. Нет, мисс Деквар, ты ко мне лучше приходи. Так. 26 октября, да. Так, Кавказ рулит, Кавказ рулит, Кавказ рулит, Кавказ рулит, Кавказ рулит, Кавказ рулит, Кавказ рулит. Он тоже есть. Так, что я хотел, ребят? Диме, Диара, Додик. Да, уже играем. Так, все, Паха, я тебя добавил, если что. Кент тута, да, Кент тута, так. Эка, так вот. Атро ДМ, РУ-16, Кавказ приглашает. Сейчас я приду, приду, дадите. А, тут СГ, что ли, было? Так, давайте, приг дайте мне. Чё, Паха? А я добавлю рукой звонок. Я тебя добавляю, ты не добавляешься. В сети поставь. Окей. Так, я вернулся сейчас, Паха. Это Спартак лохнул. Так, пригу, нет, пригу. Это не Спартак. Это не Спартак. Дал пригу, Руслан. Кавказ, это ты, что ли? Так, Кавказ, в конфу идешь? ВК напиши. Кавказ, если ты это идешь в конфу к нам на стрим, то ВК пиши, короче. Это не он, это не Спартак. Я Кавказу говорю. Ну, я понял, что это не Спартак. Потому что был друг. Всё, у него тоже Кавказ рулит. Так. Да там где-то 2 или 3 ника, что ли, Кавказ рулит. Все, давайте, ребята, играем. Уже давно играем? 4 на 3. Да пофиг. Так, сейчас надо мисс Декор пригласить. Парни, опыт. Надо бы просто бить. На стрим сейчас ссылку. Сколько на стриме зрителей? 4. Ничего страшного, нормально. Это я, Вася, Денис и еще кто-то. Годики хотя бы поддержу пока что. Дальше. Так. Так, а что там стоишь? А у меня берите, два... берите, я января. Артём, ну круто то, что у тебя 2 января. Так. Паха, блин, Паха, что ты в конфу не добавляешься, я не понимаю. У меня 20 октября.
Сейчас 5 сек. Так, так, ребята, я вернулся. Продолжаем стрим. Короче, сейчас идем, знаете, куда? Хорирели на Гетон 4. Нет, сейчас идем в Петридиш, ребят. Сейчас в Петридиш. Это я. Сейчас в Петридиш идем. Кто Давайте. Я? Какой Петридиш тебе? Уже Леха. Танки закончили. Я же в начале стрима говорил. Стрим уже 40-50 минут, считай, час идет. Давайте, ребят, заходим все в Петридиш. Сейчас будем убаться. Так, ссылка, если что, будет на стриме, в чате. Заходим. Ого, гонки потрядишь. Го. Я не знаю, как что это играть. Сейчас, ребят, заново конфуз дадим. Да не достали, ребят, уже. Я создаю заново конфуз. Угу. Так, я пошел. 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 Да. Алло. Угу. Так, кого еще в конфу добавить? У тебя это фонит. Ну, у вас двоится. Ча. Алло, сейчас. Нормально. Того. Так, кого из того из той конфы? Так. Юра, ты тут? А кого еще с той конфы не добавил, говорите? Денис. Денис, а, Денис, точняк. Денис, сорян. Все? Все, ребят, все в конфе, давайте, все, продолжаем стрим. Все в Петридиш, давайте, ребят, заходим речи. Знаете, какой? Мегасплит, давай мегасплит. Какой мегасплит, там вообще прикольно. Ребят, смотрите, мегасплит, 10-й сервер, вот, 20 человек, давайте. Заходим, пишем ник, знаете, какой? Стрим. Стрим просто. Стрим. Руслана напишем. Давайте стрим Руслана пишем. Так. Напиши Руслан. Блин. А ты напиши Руслан. Да не, надо писать Руслана. Ладно. Ребят, пишем стрим Руслана и вот так вот, давайте. И заходим. Я сейчас даже скопирую ссылку. Ой, не ссылку, а скину.
Давайте идем на 10. Я уже зашел. Блин, я меня тоже. Убили. А как игра называется-то хоть? Подожди, я скинул на стриме. А, хорошо. Дай мороженку ем. Ой, мать моя женщина, у меня какая-то корова сожрала. Пацаны, как мне экран увеличить? Так, сейчас. Я хз. Я невидимка, это нормально? Да. Это, просто колесо мышки прокрути. Ребят, кто со стрима, все мир. Поняли? Блин, да почему я невидимка, лагает? Все тимимся. Кто со стрима. Ну, блин, меня сейчас это коза сожрёт опять. Лаганный, блин, сервер. Какой лаганный, здесь народу 20 только. Лагает у меня очень жестоко. Компьютер такой. Хотя не говорю, у меня тоже такой же. У меня все невидимки становятся тупо. Так. У тебя хаос, да? Да. Не, пошлите на другой сервер, у меня тут лагает. Да не, год тут, да ребята уже тут. Тебя не может лагать, просто потрядишь, перезайди и все. Я перезашел. А, это ты, чувак? Это кто? Смотри, этот чувак уже со стрима есть. Стрим Руслана. О, текаем, пацан, текаем! Хорош! В смысле, стрим Руслана в топе? Где? Это я, это тихо, я. Чувак, это ты? Да. Стоп, это... Дай, меня съели. А, Лукову съели! Блин, козлы. Давайте, ребят, кто со стрима, давайте, заходим. Пацаны, посмотрите, сколько стрим людей какой... смотрит. Что играем? Ты 3D, да? Да. А какой сервер? 10. 10 мегасплит. Обратно, флаг, достало уже. Давайте, ребят. 10-й чё? Мегасплит. А, 4, да? Ебать, у меня уже 1339 этой хрени. Как подписаны? Как подписаны? Я ребят, подписался. Ой, как меня убили! Я на 5-м месте в топе, Раки. Ты где? Я тут не... Стоп, а ну-ка, пацаны... я на... О, стрим Руслана, смотри, смотри сколько, смотри сколько, смотри. Ай, текаем, текаем, пацаны. Блин. Давайте, давайте, текаем, а то у нас сейчас съест, пацаны. Ой, еще один стрим, Руслан. А, пацаны, она не часто Петри называется? Я на 7-м месте, пацаны, я на 7-м месте. А я на 1-м. Текаем, пацаны, текаем и в ту сторону. Капец, мясо, ребята, уходим. Я не знаю, что делать, уходим, ребята. Как жестоко только что. Капец, капец. Смотри, они со всех сторон поджимают. Нет. Гола Гарева может. Да не, Гарева не умею играть. Не надо. Ребят, текаем, давайте. О, блин! Можно ускориться? Пацаны, короче. Это тебе не Сизер. Давайте, помогите! А, жаль. Что-то у меня подлагивает. Блин, съел вот этот 1-2-2. Я на 6-м месте, ура. У меня 104 массы. На 5-м месте. Да блин, ребят. Давайте. Ребят, я сейчас рассольчику попиваю. Извините за руки. О, стрим Руслана, я тебя вижу. Ты какой-то такой фиолетенький, да? Это я фиолетовый. Я вижу тебя. Ты зеленый такой большой? Я красный. Да блин, тупой урод. Свали нахер. У меня тупо очень. Это я, бывает. Алло. Это ты красный? Да. Я тоже красный. Смотри, что творит тут тырок тупой. О, это кто стрим Руслана? Это я. А вот это я. Да видно. Блин, вот у меня лагает, я невидимка. Стоп, я тебе... Я не с вами в этом. Ты как? Конченый школяр, вот этот, да, он 9-летний, небось, сидит там, наяривает. Ребят, сейчас у меня бомбить начнет. У тебя сегодня тоже бомбило, когда мы играли 1-1. Джокер этот хач тупой.
Сколько у кого опыта? У меня 3000 уже. У меня 240. А меня съели, у меня только 500. Ты где у кого 4000? Ты где? У меня 3. Я не с вами в этом. Да я затупил. О, зеленый. Кто зеленый? Это я. Иди сюда и дайте. А, это ты? Год утром. Да не надо, разрастаемся, тут вещи. Голод этого здорового съедим. Какого? Смотри! Хорош. Вон там дальше вы разрастайся. Вон там съешь колечки. Тикаем там сверху, смотри, как чего. Надо из угла выйти срочно. Нас сейчас съедят. Вон этого чувака. Ты что тут делаешь? Руслан, какой у тебя ник? Руслан Стрим, зеленый. Делись в меня. В меня делись синий. Додики, дайте я кого-то сожру. Кто вот этот синий? Стрим Руслана, это кто такой? Фиолетовый. Я не знаю, я синий, зелененький. Фиолетовый. Слышь, синий, ты ДЦПшник, если ты стрим видишь, ты что творишь? Что ты ешь? Ты что, ДЦП, а? А как зайти на сервер к вам? Слава, и меня даун тупой. Это ты? Зеленый, кто у нас? Это я, ты ДЦП, ты чё меня ел? Я фиолетовый был. Я знаю, чё ты меня ел, это я был зелёный. Я за вами понаблюдаю. Кто ты такой огромный зелёный? Стрим Руслана. У кого 6000 массы? Я. Пацаны. Дайте массу поставить. Дальше масло есть? Родную группу. Писки скучно. У меня какая-то фигня вылетает, бесит. Ой, я смотрю на 100 рублей. Юра! Так, ребят, давайте разрастаемся, короче, и встречаемся в правом верхнем углу, если что. Играть не буду. Знаешь, я туда за час не доеду. Я играть в эту игру не буду, серьезно. Лагает? Не знаю как. Да, я тоже. Я пойду в танки. Да какие танки? Вы что, гоните? У меня не заходит, у меня вылетает и все. Становится. А у меня вылетает. Так подвисается. Боже, сколько тебе лет? Кому? Я уже в правом верхнем углу. Додик. А что, сейчас уже прошел? Не знаю. Но я сюда доехал. Да ну как так? Почему тупая колючка меня там появилась? Что это за синий только что был стрим Руслана? Я не знаю, я зеленый был. Дайте маску, умоляю. Меня зажимают. Пацаны, пошлите в формах всего. А как раз это размножится? На пробел. На В. На пробел. Или на пробел. Ну, а на В это еще на там это, отдать. Пацаны, давайте. Ой, я на 6-м месте с русскими лагами. Я смотрю стрим твой. Давай, хорош. Лосик, подписка на канал. Подпишись, не ленись. Поставь лосик, брат. Подпишись, поставь лосик, брат. Ты у меня сейчас красный. Я знаю, я есть красный. А колючку? Ой-ой-ой, тебя может содрать. А ага. Вот это Pet Edition лучше. Что это за фиолетовый стрим Руслана? Я не знаю. Что,
пацан, сколько у меня массы? Я не вижу себя, но зато сколько у меня массы. У меня пацан кормит, смотрите стрим. Я смотрю твой стрим. О, я вижу, 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 да, а, реально. А, ему помочь, что ли, надо? Хорош! А, нет, он его ест. Нет! Чувак! Он сейчас его сожрет. Нет. Пацаны, вы видели, как у меня лагает. Вы видели, как у меня не лагает. О, пацаны, смотрите, я чуваку помог, он мне теперь это... А, я заделился на миллионы частей. Тихо, чувак, тихо, тихо, тихо. Да тихо. У кого сколько массы? Я не знаю, у меня даже не показывается. У меня до хера, смотрите на стрим. У меня даже топ не показывается. Смотрите стрим, я на первом месте. Ребят, все ко мне. Штурмовик, если чё, наш. У тебя там 17 тысяч массы. Я знаю. А зачем штурмовика ешь? Я не ем. А нет, все нормально. Пацаны, я сам вам баку карты. Так. У меня ты штурмовик. Штурмовик, ты что делаешь? Штурмовик тебя хавает. Не, он не хавает. Я на втором месте. А я на третьем. Где вы, ребят? Давайте едьте наверх. Наверх? А меня свой ник подписал. Зачем? О, здесь я подписал. Мы же стрим Руслана. Стрим Руслана на первом месте, уже на втором. Вы где, ребят? Кто такой большой синий? Где? Это стрим Руслана. Это Руслан. Чё он? У него 17 тысяч. Я потредишу ПВ красный. А я невидимка, Денис. Там какой-то... А, меня съел на четвертом месте. Вы где, пацан? А, вот, стрим Руслана, голову кормят. Желтенький, это кто? Я не знаю, у меня лагает. Бекон какой-то жирный. Это Руслан. А, я вижу, какой-то желтенький стрим Руслана был. Я там в середине вас зарезался. А, меня жрут! Пацаны, пацаны, нет! Что такое у тебя? У меня не показывает еще. А как назад это соединиться? Просто соединяйся. Да нельзя так. Короче, я играть в это не могу. Тупо не могу. Да ну нахрен меня сожрали. Стрим, Денис! Что опять сожрали меня? Стрим желтый, ты тупой что ли? Ты что творишь? Оранжевый вообще-то. Не, желтый тут еще играет, что он творит? А. Да опять кому-то звонят. Стрим! Денис! Желтый, ты тупой что ли? О, понятно, такое дно. Вот этот желтый, вот если ты сейчас стрим смотришь, ты куда? Я тебе говорю. Согласен. Ты не знаешь кнопку пробел что ли? Ну, скилл, кто такой? Да? Ребят, сейчас я приду. Подождите. Ага. Как вы соединяетесь обратно так быстро? Как вы так быстро соединяетесь обратно? Я могу сейчас 3 голда купить, но не буду. Додики. Я даже могу 5 купить, если через что-то там.
Сейчас КП-3, сейчас КП-3, сейчас КП-3. Зачем? Я накоплю лучше на краску. Ника 10, стрим, короче. П-3-диш, ПВ. И чё ты сейчас делаешь? Ни хрена тут П-3-диш, ПВ синий. Итак, ребят. Посмотрите, какой я маленький. Я тут, я даже не знаю, что сейчас делать. Стрим продолжить или закончить его? Продолжить, в танки играть. Хожу уже создадим, поиграем пару каток и закончим. Ну го, ребят, давайте. Последние две катки. Голдики сбросишь, шесть. Да, я один гол. А, нам же еще рандом надо сделать. Так, сейчас я в группу зайду. Так. Поскинь свою группу, я зайду туда. Ща. У тебя 11 лайков, прикинь. И 5 зрителей. Меня зовут. Ссылка в, на группу в этом, на стриме. Так. Я тупо не могу в эту игру играть. Я тупо расклиняюсь. Так. Пацаны, а вы не знаете талисмана? Знаю. Ну, как, а ты не знаешь, когда он голды-то будет кидать? Он сейчас не в скайпе, он не в сети. Посмотри, ты же на мою демку, я играю. Как у меня игра идет? А я уже 8к набрал. 8 тысяч? 808. 8 тысяч 700. Золото нормальный. Да, все за. На третьем. Я вижу, как вы играете. Нифига у тебя лагает. Я тебя что, блин? Я невидимка, смотри, где. Я себя не вижу. Я сам тоже не вижу. Оп, откуда ты? Я сдох. Ладно, давайте, ребят. Рандомный голд. Подожди, подожди. Не, надо стрим уже заканчивать. Да не, давай хожу уже. Ты только сейчас делаешь, а нормальные стримчики делают по 3 часа. Ссылку на ВК. Ну это первый стрим, он уже час идет, нормально. Да давай еще немножко, пожалуйста. Ну еще полчасика и все. Хожу уже, давай, пожалуйста. Давай. Халды. Вася, на каком ты месте? На втором. Уже все повыходили из Петри Диш. Я Петри Диш ПВ. Все на восьмом. Тут таких Петри Диш. До хрена и трошки. Сейчас, пацаны, пойдем, я голды скину. Или я не буду кидать, оставлю лучше. Нет, не кидай, оставь лучше. Для СГ завтра сделаем с тобой. Да нет, кидай, кидай давай. Ты дебил, тебе лишь только голды. А тебе лишь в СГ. Я-то буду проводить его. А, ребят, я забыл этот, за БТ, мы же хотели в танкит зайти, сейчас, ребят. Ой, а до курса уже ОБТ? Да мне вообще пофигу. Уже нет. А ты будешь рандомно гол делать, нет? Мало активно, никто не хочет. Меня прижали. Кто написал получше ЗБ? Дурак. Так, ребят, подождите. Ай, бля, походу удалила. У меня 12 тысяч. Да, ребят, я удалил танки. Ладно, пофигу. Танки. Одеваем, короче, идем сейчас с ХЖ. По 7 минут каждая ХЖшка, там будет скинут один гол. По 10. Какой по 7 минут, а то я уже не хочу стримить, я устал уже. Давай без нары, зачем голды? Без нары, гол. Я 2 голда в 2 убитых скину, один голд оставлю. Давай лучше без нарки, а потом создадим битву и скинем там сразу 2 голда. Ого. Пожалуйста. Тогда по 5 минут создай битвы. Хорошо, по 5 минут.
Только сейчас я вас пожигу одену. Без резистов играем. Смотри. Ребят, кто сейчас на стриме, добавляйтесь в друзья приглашенных из ЖВЖ. Карта какая? Карта какая? Гох арена. Горену, потому что люди не знают. Нару первый, все скажи нару первый. Чтобы... Давайте, ребят, нару один. Ссылка в чате, ссылка в чате будет, ребят. Нет, ссылка не в чате. Добавляем Хоререля. Он пригласит. А кто так, у нас в конфе? Вот, у нас в конфе кто-то есть, чтобы создал битву? Да, Вася. Вася. Хотя нет, пусть Вася создает ЖВЖ. Да. Если что, граб одену я, наверное, карбон. Не знаю, или что, карта арена, там твинцы, я одену или чужое ладно, одеть. Ладно, я сливаюсь, нахрен. Куда? Сейчас мы будем делать, мы ХЖВЖ будем делать. Хорошо. Создадишь сейчас ХЖВЖ, хорошо? Давайте все однако, у мандарин есть голды, у меня есть три. Племянница. На каком сервере? На первом. Какая карта? Карта арена. Закрытая? Пригласишь? Да, закрытая. ХЖВЖ, ХЖВЖ. Такого формата нет. Ну, я знаю. Пацаны, меня на зону ХЖВЖ пригласили. Дай пригу, пригу, хоререля главное и все. Тут нету мест. Ну, я на клик поставлю. Да я уже сейчас выхожу, мы свое ХЖВЖ будем делать. А, ну да, согласен. Ого. А чё мы в чате никто не пишем? Или а пошлите, сколько время но... или точек? 7 минут. Просто 7 минут. У меня все серваки пропали у Флэйри. У меня нет. Я через Флэйр, у меня нет. О, какого хрена? А у меня сегодня баг был, короче, в флешплеере. И не было ни корпуса, ничего показано. Кому прику первому давать? Хоререля на гипом 4. У меня нет, у тебя я Руслана приглашу и... Хорошо, Руся. Это ладно, ты давайте, что ли? Всем пока. Кто я? Давай, приглашай. Так, Юра офнулся, понятно. Девочки. Ко мне заходите. Ну, приглашайте меня. Сейчас. Так, а будет вон этот конфой? Да не. Просто мы ничего не написали в этом. Слышала же то, что без резиста. Без резиста? У мандарина тоже стрим. У мандарина что, правда? Возможно. Но это мне кто? Кажется, мандарин. Резкая, дерзкая девочка. Это мандарин, а не дерзкая девочка. Давайте, ребят, давайте, это... давайте, давайте, давайте. Я помню, короче, этого мандарина так обострял, то что он на стрим сразу же закончил. А как? Серьезно? Серьезно. Вася, резит сними, и я не... А не твоя рука? Девочка тоже в резисте. Да у нее 5%, а чё тебе 5% дадут? А ты мне пригу не дал. А какой ник? Хоререли на гипом 4. Ты меня в друзьях нету, по-моему. В смысле нету? У меня есть, кажется. Мы на шуме были. Сейчас, я тебе... ХРВР 1-1 играли. Вот, радуйся. Ты чё, меня удалил? А, во, командор. Так, а за кого заходить? За любого. А? За... Сними 20%, но ты тупой, что ли? У меня хорн там второй. И чё? Ну что? Это очень маленький. Сейчас... Да мне все равно, снимай, тут ни у кого резиста нет. Дерзкая девочка. Да ей 5% ничего не даст, ее за 5 секунд сожгут. У меня хорн на 3. Ой, не понял. Эй, алло. Да тупой, кто бьет мир? Это Ваша, видел, не я.
Мир, мир. Так у нас время идет, что мир-то? Перезаход тогда. Сейчас ждем народу. Вот перезаход. Короче, скинь рассылку в чат. Да. А кто такая дерзкая девочка? Не знаю. Какая-то дерзкая девочка. Ты дебил, кто скинул ссылку в чат? Да. Сейчас зайдут неадекваты, я его так обосру. Да пофиг, все равно скажем ему стрим, чтобы вышел. Как? Они такие умные прям. Послушай. Или напишем ХЖВЖ, да? Угу. И ссылка в чате. О, если у меня быстро загрузка этот, танки икс идет. Ты дебил, ты в танки икс играешь? Нет. Так а чё ты говоришь-то сейчас? Не, у меня просто, я скачиваю. А, ну скачиваться и у меня быстро. А где дерзкая девочка? Кстати, Руслан по скиллбате, ты говорил, сейчас пойдёшь ещё в танки икс. Я их, оказывается, удалил, клин. А, так скачай. Да не, я уже на следующем стриме пойду. Окей. Я так поиграть просто скачаю. У меня там звание большого, хорилили ксти ещё. У меня в танках Хорнет только М3XT и все. Опасный парень. Ты что прокачанный? Я только создаю лак. Ой, хорош. Не, все-таки, блин, пацаны, я себе куплю этот. Хори, Хантер и Жигу взяв себе, и модуль возьму в Жиги сразу. Ну, красава, если купишь. А комплект это? Да. За сколько там рублей? 2500. Блин, бывает. Но у меня такого даже столько денег нету. Кого себе комплекты такие будет покупать? Мама вулкан здесь все купишь. Ой, мама, нет, диктатор вулкан. У меня, я купил, у меня диктатор-то есть. А. Третий? Да. А, ну ладно. Значит, мне купи, да? Купи мне тогда. Да. Мне тоже. А? Пока у меня денег хотя бы нету. Купи. Что, всем купить, раз? А? Давай. Ребят, кому купить диктатор и вулкан здесь и все ники? Давайте в чат. На ютубе. Посмотрим, сколько таких. Ты мне хотя бы арахнит купи и все. Ага. Да. Я ж тебя сегодня один на один порвал в Аспареле. Купи мне. Ну, мы же не на краску играли. Можно сыграть на краску, но ты проиграешь. Можно, да, прямо это... сейчас в прямом эфире сыграть. Давай. О, да. Не, просто так играть, только не на краску. Окей. Давай, я тебя песню тебе. Я понаблюдать просто хочу. Просто понаблюдать, я мешать. На стриме посмотришь, на стриме посмотришь. А, ну ладно. Какие я ему эпичные прострелы буду давать? Окей. Как тогда? Ты бы видел, как мы с ним играли, как он бомбил. Посмотрим, как он сейчас побомбит. Да не, у меня цензурный канал, блядь. А, нормально. А когда в кайпе играли, что ты так бомбил-то? Да потому что... Ну, кайп не цензурный. Да. 16+. 18. Ой, наоборот, канал 16, Sky 18. Мне кажется, но это Ити. Мы с тобой вдвоем выигрываем их. Отдайте мне фондик, пожалуйста. Отдайте мне фондик, пожалуйста. Мне остается 5000, не хватает. 4300. Ой, 4700. Мне остается 5000. Не хватает там 5300. 5400. Куда тебе не хватает? Мне это реально пока не хватает. На рельсу М3. Конечно, конечно. Сколько тебе не хватает? 15000. А говорил только что 5, теперь 15. Ладно, ладно, шутка. Мне не хватает 100 тысяч, ровно. 115 тысяч уже. Не, 100 тысяч тупо. Давай ты нам карты заносишь. Ребят, давайте музыку включу, с вами делать нечего. Стоп, сколько там еще?
Ой, что-то на 400 этих мегабит скачается. Да. О, 3 восьмерки, фон, 3 восьмерки. А, пога, 3 восьмерки, блин. Я друг не смогу. А, блин. А, ладно, я на ФК постою. Давай, постой, потому что у меня тоже стоит. Не, все, можешь выходить. Окей, скину ссылку в чат, окей? Не, это там скинем и скину ссылку в чат. По скользким рейсам за окном дожди района помню. За минуту я скину ссылку в чат. Кто за плюс в чат? Вася, можешь дать место? Ну, выйдешь? Фонд. Не. Почему? Мне кристаллы нужны. Ну, пожалуйста, мне 5000 не хватает на... Что такие-то? А что тебе не хватает? На паука! Мне нужен где-то паук, меня помню, хоть он у меня и так стоит сейчас. А не, не паук. Мне сейчас... У меня вообще паук фул. У меня он есть, но не фул. У тебя фул паук? Да. Да. Да он донат какой-то. А ты что, серьёзно? Только что узнал. Синдром стресса 9.6. Не, викинга-жигу я тебе еще буду брать, как коммодора получил вести. Так что не надо. Может быть еще вулкан возьму, не знаю. А у тебя М1 что-то есть? Да, титан и мамонт. А ноль? Нет. А, есть! Ты не купишь, а, не, у меня все М1. М2. Ага. Блин, а Тошка, вот, мы не проиграем. Давай, Вася, тащим. Не, никак, изи катка. Дай, пожалуйста, пожалуйста. Ну, блин, давай, я буду Гену содержать, ты его. Вообще, изи катка. 12-20. Так, ребят, да все, сейчас мы что делаем? Сейчас мы идем голды скидать. Давайте, да, вставайте. Карта волна. О. Ребят, кто со стрима? Сейчас будет голды на волне, давайте. Без диктаторов, все чисто в аспике. Можно хоре васп, а то у непобедимого васп М1. Давайте. Давайте в режиме паркуре. Да. Нет, без паркура, там заменят они и все. Мы за одну команду будем. А, вас по твин все берем тогда, го? Я молот взял. Я рикошет. Давайте золотой 4 поле как-то. Квартет сделал небольшой. Да нет. Создавай. Ну, создай. Погодите. Ссылку, да, пошлите на ру 15 хотя бы. А то вот здесь то ли... Они давайте я ссылку в группу солью, ребят. Ссылка в группу уже была на стриме. Давайте. Что создавать? Фол? Волну. Да, фол, волна. Сейчас найду. Есть. До майора. Да? Да. Нет. От максимум 8 игроков. Знаешь, что делай? Делай команду на команду 4-4. А нет, делай фул карту, фул команду на команду. Ссылка, если что, ребят, будет в этом, в группе. Только давайте мы мир конфа. Кто здесь? Мир, хорошо? Угу. Да. Вася, обычная битва? Нет, закрытая. О! Да не одевайте. Оденьте хотя бы. Давайте конфой вас парели. Нет, васпик или хорнет. Васпик или хорнет, все. А, пушка любая. Пушка. Давайте создаем нару первым, да, и ссылка будет. Уже создали. Дай пригу мне. Речь ему пригу, я уже ссылку сливаю. Пригу дайте. Пригу ему дайте. Какой у тебя ник? Хоря Реля на гипом 4. Я уже пригласил. У меня зависло. Да. Не скидывай.
Умоляю. Да? Нет, не скидывай, у меня флеш вылетел. Пожалуйста. Ой, ёпрасте, ну вы чё так хито? Второй гол сейчас пропустил. Да. Я не скидывал ссылку речи. Хорошо, что я создал на 999 минут. Блин, парни, флеш вылетел. Давай я солью потом ссылку. Давай речи. У меня флеш не отвечает. Ну не кидай, пожалуйста. Кидай. Да ты что такой? Тебе лип же гол. Дай я тоже хочу. Да шуткой. Мне сейчас забомбит полностью пукан. У кого там ребенок микроофис, пожалуйста? Не вот у меня. Это стрим. Я в чат ссылку солью, скажете, когда. Я в группу ливаю. Стоп. Ждем, пока он зайдет. Да сам еще не успеешь зайти. Короче, я в битву зайду просто. Не надо, Солёшь, я сейчас в флешплеер захожу. Все заново захожу в флешплеер. Лофните микро, у кого ребенок. Ах, ты шел. Зашел? Толку слил. Нет, я захожу сейчас. Ты зашел? Он уже слил. Кто слил? Я не ливал. Да ты вы дебилы, не пугайте меня. Блять, ну Реша, что ты такой долгий-то? Давайте пригу. Не туда, что-то. Ребят, все в группу, ссылка в группе. Готовы? Раз, два, три. Стрим смотрит два чела. Всё, блин, быстрее. Блин, я не прогрузился, вы уже скинули. Я голд-то не кидал, я ссылку только слил. А, голд не кидай, умоляю. Только меня не пугайте, пожалуйста. Где голд, ищем? Где он? Стойте, смотрим, чтобы диктаторов не было. Где он? Тетя, я вот. Смотрим, чтобы диктаторов не было. Да викинг пофиг, диктаторов чтоб не было. Форнет у меня тут. Нету я диктаторов? Не все, я кидаю. Не надо! Я не прогрузился. Все, вот он ты, прогрузился. Ой, пацан, блин, зависло. О, вот он я. Я первый раз вижу, чтобы скидали голды. О, пацаны! Я нашел что? Точку вот здесь вот. Ага, вижу центр. Го паркур, пацаны. Ну слили уже. Паркур вещи. Тупой. Че делать нечего? Я такой божественный. Я тебе отвечаю. А как паркурить вы будете? Го паркурить. А, ну хотя пофиг не надо. Да не мешай. Тварь вот этот. Давай! Да как? Кидай еще один. Кто меня слил? Кто слил меня? Это я слил. Который гол взял. Слил. Да. Это ты меня слил. Принц какой-то слил тебя. На базе, где я. Паркурим, пацаны, короче. Гоза паркурим. Вот тут, да. Вот ты даун. Вот ты придурок конченый, с конфы пошел нахер. Что? Давай ты извиняй. Извиняй нахуй, Дим. Тупой да олень. Пеешь, ты там я тебя с голда ливаю, мне похеру. Так ты там зареспался. Да мне насрать. Давай-ка, вот сливаем. Я могу, скажет, я и буду ливать. Давай. Паркур мастер, паркур скилл, блин. Я полетел! Пипец от этого, вот это, хоререльс М4. Не сбрасывай, дай я респонс. Не понял, вот этот хоререльс М4 полетел в киллзону на голде. Бросай. Так специально, чтобы ты не кидал, ну, не этот, не взял. Я хотел, чтобы взял этот, и этот, ну, который сбрасывает, я забыл, как его. Руслан. Тебя кинул в киллзону. Я хотел, чтобы стой. Руслан взял. А, диктатор можно я тоже одену? Да не надо, стоп. Не успеете вы диктаторов одеть.
Я уже оделся, я переоделся. Сейчас где-то на диктаторе буду. Саня, сливай ты хотя бы. Ты домик? И где Голд? Вот он, вот он. Нет. О, Гейб, ты поможешь мне? А как я на вас прилип? Ладно, ладно. Ах ты ж, собачка. Курва. Курва, курва. Нет! Хайп. Летит? Ну и зачем ты взял гитару? Ой, хорош, Вася. Ну ты прилетелся, все тебе. Мастер паркура. А больше голдов нету. Еще один. Откуда? Все, ребят, вот так вот закончился стрим. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока, до новых встреч. Ждите новых трансляций. Все, прощайтесь. Всем пока. А завтра будет стрим на голдами? Да. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока.